С вами Колямба, и это четвертый выпуск багов, секретов и фактов Майнкрафт. И сегодня я вам покажу несколько фактов или секретов Майнкрафт. То есть, ну, багов здесь не будет, но вот секретики покажу. Ну и первое, что я хочу вам сегодня показать, это как сделать вот такую дисковцу. То есть она, видите, меняет цвет. Ну и многие уже могли заметить то, что ее овца под именем Джеб. Ну и сразу давайте покажу. Мы переименовываем бирку в джеб и нижний прочерк. Так, забираем. И теперь, например, вот эта овца, видите, называем ее так, то и она начинает менять цвет. Но если мы убьем овцу, то выпадет из нее просто белая шерсть. Следующий секрет, или да, это следующий факт, это то, что оцелоты и кошки не получают урон от падения. Вот. Падает, урон не получает. Вот такой вот фактик. И еще один факт. Это то, что... Давайте поставим таймсет. 13 тысяч. Ночью поставим. И многие знают то, что зелье... лечебное зелье нас лечит, взрывное зелье вреда нам вредит. То есть мы, но со скелетом это наоборот. То есть зелье лечения, видите, его убивает. Сейчас он умрет. Вот. А зелье вреда его регенерирует. Давайте спауним еще скелета. И скелет убивается с трех ударов. Мечом, ну, вот, чтобы мы сейчас ему нанесем урон на... То есть, вы видели, с трех ударов. Сейчас. Раз, два. Два удара мы ему нанесли, и на него зелье вреда. Кидаем зелье вреда. Вот он вылечился, и он опять ему наносим. Видите, он не умер. Хотя должен умереть, мы, потому что это уже нанесли третий удар ему. Опять еще один удар, и он умрет. Давайте его подлечим. Так. Вот он. Давайте два удара и нанесем, и он должен умереть. Все. Видите? Ну, вот такой тоже маленький секретик. Ну, в общем-то, вот и все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.